Так, поменяли же 3 же 4. Проверяем спинку. Складывается, раскладывается. Это концевики от сопротивления. Ну, движется. Так, выключаем. Вставляем. Вставляем кресло. G3 на G4. G4 на G3. Включаем. Проверяем подъем. Ну, джойстик наоборот. Подъем. Опускания нет. То есть поэтому кабелю нет сигнала. Так, проверяем спинку. Раскладывание есть. Складывание есть. Значит, проблема связана вот с этим разъемом. Пусть думает. Все, включаем.